Здорово, пацаны, продолжаем проходить Final Fantasy и выполнили мы в прошлый раз задание у Дина последнее. Посетили башню Колсмарка, где он просил нам достать изумруд, и как бы на причале Галдина заданий больше нету, но зато есть охота. И давайте мы самое время как бы сходить на данную охоту. Сразу все охоты здесь пройдем на причале Галдина. Добро пожаловать в Перламутр. Добро пожаловать. У нас только самая свежая рыба. Давайте у нее тогда еще расспросим сведения сразу. Вы не забыли, что это ресторан? Убежище отмечено на карте. Парковочка. Форпост. Это точки сбора. Еда нам не нужна, посмотрим охоту. От них одна головная боль. Хабгоблина надо убить, морского черта, гламот, искорез и красный камнерез. В любое время, это только ночью и в любое время. Ну давайте мы сначала убьем вот этих, наверное, ну короче посмотрим, берем все эти охоты. Все в ваших руках. Вознаграждение, звезды, а опыт дают вообще? Благодарю вас. Это особенно гнусная тварь. Цель вашей охоты выходит только ночью. Не, подождите, пацаны. Мы пока не будем до ночи ждать. Безопасность прежде всего. Давно я охотой не занимался, я ей вроде занимался всего пару раз. Так что давайте посмотрим задание. У нас задание. Это находится прямо здесь. Это находится тоже здесь. А это находится тоже здесь. Все рядышком. Надо было реально подождать до ночи. Приветствую. Могу принять ваш заказ? Вот наше предложение. Ой, я и прервал охоту. Заново берем. Благодарю вас. Да, нам надо подождать до ночи, отлично. Чако побежит обратно. Ну куда? Прошу, будьте осторожнее. Попробуем. Ты это демонам скажи, чтоб они были осторожнее, потому что им придет сегодня капец. Они вон маленькие уровни, я их просто сейчас всех размотаю в пипетку. Можно еще сразу будет катану поймать рыбу. Я пробовал рыбу поймать в Милвурде, но у меня там что-то ничего не получилось. Наверное, просто навык маленький у рыбака. Так, посмотрим карту, давайте. Это вон туда вот надо пройти. Пока ночь, надо его убить. Аране такая крутая, правда? Еще и пику свою нам одолжила. Если она не враг, то союзник из нее был бы ценный. Союзник. Ну, хорошо звучит. Призвать Чокоба. Побежим на Чокоба гасить их. Привет, братуха. Полегче. Побежали. Покеда, тормоз! Сам тормоз. Пора идти. Промто, быстрей! Секундочку! Они вот уже отсюда видны. Так, стой, Чокоба. Спасибо, что подвез. До встречи.
Вот этих надо убить. Охота начинается. Ух ты, блин, что делать? Гламота надо убить. 7 штук. Одну охоту мы завершили. Ты мой герой. Видимость плохая. Протри очки. Блестящая идея. Так, еще одна охота завершена. Пошли! Давайте сразу мы посмотрим, что мы выполнили вообще. Этих мы убили. Этих мы убили. Теперь надо вот этих. Классен. Здесь, по сути, недалеко бежать. Можно еще заодно взять сокровище, которое здесь вот лежит. И ждет, пока его я соберу. Какое-то оружие, походу. А, ножной браслет мечника. Но он мне, по сути, не нужен. Оп! Сейчас мы, короче, поднимаем левел в охоте. Берем еще те два задания. О, здесь, кстати, лагерь. Убежище Лакирт. Можно потом будет сразу переместиться к этому. Как думаешь, у Арены и парень есть? Парней вокруг нее полно, но кто знает. А что, она тебе нравится? Нет, я просто так спросил. У них ХП столько же, сколько у меня. 9999. Минута. Даже меньше. Ну чё, все, охота завершена. Здесь торчать нет смысла. Подожди, кто это на меня нападает? Камнерез. Четвертые левелы. Вы хоть поняли, на кого напали? Только этого не хватало. Открой глаза, закрой рот. Ну чё, чтоб не бежать, мы сделаем вернуться к месту отдыха. Отлично, вернуться к месту отдыха, самое то. И давайте мы сейчас сдадим эти задания. Лучший обед в моей жизни. Где подняться-то можно, по лесенке? Здорово. Приветствую. Молодцы. 2000 получено и ультраликсир. Следующая охота тоже завершена. Вы уже знамениты. Тут уже 3000 получено. Поздравляю. О, третий ранг еще мы повысили, отлично. Бериловый браслет нам дали зачем-то. Тридцать звездочек надо здесь получить уже. И тут тоже 3000 дали. И браслет мечника. Так, ну чё, давай мне новые задания. Что бы вы хотели заказать? Я хотел заказать килы. Здесь надо убить хоб-гоблина, а здесь надо убить морского черта. Я, кстати, всех знаю, как они выглядят. Я уже с ними со всеми как бы воевал. Так, подожди, это ночь, а это в любое время. Это особенно гнусная тварь. Итак, у нас ночь. И вот эту мы тоже берем охоту. Крокодилы. В ваших руках. Поганые крокодилы. Безопасность прежде всего. Безопасность прежде всего. Давайте мы посмотрим, где находятся эти пиндосы. Так. Вот этих надо взять сначала.
Они находятся вон там. Это придется на машине, походу, ехать. Хоб-гоблина мы сначала убьем. Сколько время? 22 время. Так. Карта. Вернуться к машине. Опыт только не дают за них. Вот это, конечно, фигово. Тут всего-то 270 метров бежать. Где чокобики? Привет, птичка. Пошли. Побежали. Жалко, я вас раньше не использовал. Выходим. Точно. Идем. На них вообще классно бегать. Мне очень нравится. Еще вот так прыгать можно. Жалко, они летать не умеют. Летать умеет только моя регалия. Это вы, хоб-гоблины? Я вас всех порву, как детей. Подохнет, тварина. Похоже на каких-то троллей вообще, а не на хоб-гоблинов. Не забудь улыбнуться в камеру, Нарк! Даже не думай. Вперед. Угу. Вперед, пачаны. Так, следующее задание у нас... Это... Мы выполнили на краю тьмы, теперь... Вот это вот. Морской черт, 5 штук надо убить. Где чокоба мой? Тут уже 400 метров бежать. Чокоба придется вызвать. Вот он, вот он, вот он. Недалеко был. Бежим. И получается, с причалом Галдина мы полностью все закончим. Задания у Дина выполнены. Охота уже тоже почти выполнена. У меня ноги болят. Неженка. А чего у тебя ноги болят? Ты на Чокоба ездишь. А, так я здесь уже был в прошлый раз. Просто я не мог по рангу это задание взять. Так, Чокоба. Спасибо, братан. Морские черты, я знаю это. Тоже слабаки, сейчас я их с кольца просто уделаю. Вон, можете посмотреть, как они выглядят. Вон они. Подохни. Ладно, давайте потише. Ну чё, всё? Это ерунда. Кто там ещё нападает? Кстати-ка, а здесь вот у нас что такое? Красотка! Осколок черного камня. Это типа цвет машины можно делать. Осколок красного камня. Вы посмотрите, как там красиво все светит. Кто это на меня напал? Сюда подошел быстро. За дело. Вообще без плана? Наш план — сокрушить врага. Да какой план? Четвертый левел впереди. Ты дунешь, он умрет. Пошли. Ага. Ого, что делает? Чокоба бегает со всей скоростью, убегает. Откуда они только здесь появились вообще? Мы скоро устроим привал. Ура! О, у нас целых 2000 опыта мы набрали. Целых 2000 опыта, офигеть много.
У Агладиолуса хватит, чтобы левел качнуть. Все, давайте перемещаемся теперь опять к месту отдыха. Надо в этом делать задание на охоту. В Листалуме там очень много было. Приветствую. Охота завершена. Вы на краю тьмы. 3250 гилов и мегаликсир. Неплохо. Следующая охота. На вас можно положить. Пришвартовавшийся. Кошмар. Тоже получили деньги. У нас только самая свежая рыба. Это все, конечно, круто, то, что у вас свежая рыба. Будем вот здесь рады, как бы охота вся выполнена. Здорово. Уже, кстати, намного меньше денег дают. Ну вот и отлично. Спасибо, что заглянули. Пожалуйста. С вами был Терминатор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы и, короче, охотьтесь на монстров, на больших, на маленьких, и все у вас будет отлично. Всем удачи и счастливого пути.